Ну что, ребята, let's go, как говорится, дальше. Следующая карта Shadow. Ага, еще одного новобранца можно взять, да, с собой. Ну, с низким скиллом всех, хер бы с ним. Не, давайте с дробовичком возьмем, пусть херачит. Всех херачит, бля. Так, ладно. Понеслась душа в рай. 8 чуваков убить и Сэм 249 троих. Что-то вообще как-то легко. М249 это что? М249. Что это за Х? М249. А, чё ёпта. Не вопрос. Как говорится, говно вопрос. Так, один готов. Один, совсем один. Готов, совсем готов. Ах вы твари, уже, блядь, бомбу заложили. Ладно. Ладно, ребятушки. Козлятушки, сейчас все будет. А, все-таки не здесь. Опять, ребят, возвращаемся к основной проблеме, что я нихуя не знаю как. Так. Я надеюсь, бомба здесь. Надежда, как говорится, умирает последней. Сука, где ты, блядь? Я надеюсь, он меня не вынесет. Мы с ним одни остались. Пипец, вот это я лоханулся. Чуть-чуть не успел. Совсем чуть-чуть. Да. Это было очень печально. Это прям был, скажем так, эпик фейл. Ну, будем пытаться, а чё? По крайней мере, надо пытаться. Так, нахера я сюда пошел? Я сам не знаю. Блин, вот, конечно, если бы тут мои любимые карты были, это был бы один момент. А так? Так, здесь их нет. Все, они пошли на... Они пошли на Б. Нахуя я сюда пришел? Блядь, здесь еще и тупик. Ёперный, блядь, балет. Все, ребят, 2-0 по любасику. Я уже не успею. Как бы я ни хотел, сука, как бы я ни... Б, ну и где это, ёбаная Б? А чё она пищать перестала? Сэр, дефьюз до бомб, где она, сука? Понятно, все. Как говорится, поебать. Вот здесь она была. Как там? Учите матчасть, ребятки, да? Учите, сука, матчасть. В нашем случае, учите, сука, карты. Пока вы, блядь, не выучите ебаные карты, вы будете постоянно влетать. Вы будете постоянно, сука, проигрывать. Вот так вот у меня сейчас и происходит, ребят. И нихера не знаю эту ебаную карту, ребят. Я уже говорю открытым матом, потому как это полная жопа. На тебе, сука. Так, все зашли сюда. Прикрываем, ребятки, прикрываем, мать вашу. Наших пятеро. И слава богу. Хоть один раунд затащили, сука. Так, а мне еще троих убить надо, кстати. Если чё. Мне еще надо троих вынести.
Да, здесь раундов 100 надо сыграть, ребят, чтобы реально карту знать. Не то, что знать, а, сука, знать, реально. Ну и хера ты в меня стрелял, дурачок. Так, это... Это Б, Б. Значит, ёб твой... Вот это я лоханулся, ребята. Слушайте, вот он один, тварь, остался. А, нет, двое. Еще и бомбу, сука, поставили. Наших трое, но, по-моему, эти идиоты сейчас влетят. Вот уже один летел нахер. Итого, 3-1, и мы карту проебали. Как мне кажется. Ага. Ну, давай, давай, дефьюз, сука! Так, должно быть 2-2. Должно быть 2-2. Слава яйцам, блядь. Вытащили. Ну чё, ребят, два раунда надо тащить. Два раунда не затащим. Печаль, беда. Так, на Б мы уже все знаем. Там этот сраный зал с бомбой. Что у нас на А? Давайте посмотрим. Да, самый короткий. Самый короткий путь на А. На тебе, сука. А вот и самый короткий путь на А. Все, ребят, вот этот лайфхак, он меня спасет. Че ты, бомбу ставишь? Домой, хороший. На тебе, блядь. Ну и хорошо, что бомб из Underground. Кто же говорит, что плохо, сука? Так. И, бля. Сука, перезарядка, тварь. На тебе. Так. Хорошо, все. Еще один раунд, ребят, затащить. Все, вот эту карту я, в принципе, уже спалил, как здесь быстренько переходить с пункта А в пункт Б. Так что я думаю, все будет хорошо. Даже если до того момента, как заложили бомбу и, скажем так, перехода с пункта А в пункт Б, я думаю, все будет нормально. Все будет нормалек. Так, нихера тут нет. Все, эти твари там, ребят, это 100%, это 200%. Идем туда. Сейчас они заложат бомбу. Смотрите. Блять, да куда я пошел, а? Так, подождите. Отсюда мы идем. Куда мы, блять, идем? Какого хуя ты, тварь, блять, под перекрестный огонь идешь? Дурака кусок, сука. Ага, один идиот остался. Ладно, короче, искаем. Я уже обратно, блядь, заблудился, сука. Как обычно. О, а вот это вот. А вот это плохо. Так, вот она бомба, но я эту тварь не вижу. Где он? Он же где-то сидит. Ну, надеемся, что мне повезет. Я очень надеюсь, что мне повезет. Есть. Все. Похер на тебя, дебил. Я его еще и убил, ребятки. Идем дальше.